Не то чтобы запоздалое раскаяние, скорее американская учтивость. Вице-президент США Джо Байден сожалеет о гибели мирных граждан Югославии от бомбардировок НАТО 17 лет назад. Об этом Джо Байден сказал в телефонном разговоре сербскому премьеру Александру Вучичу. Да, военно-воздушная операция Альянса «Союзная сила» фактически была направлена против Союзной Республики Югославии, началась 24 марта 1999 года. Причиной вмешательства блока стал межэтнический конфликт албанцев и сербов. Самолеты НАТО продолжали обстрелы до 10 июня. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, во время операции были убиты свыше 500 мирных жителей. Теперь американцы призывают Белград продолжать диалог с Приштиной и теснее дружить с Вашингтоном.